Здравствуйте, уважаемые садоводы! Я приветствую вас на канале Процветок, меня зовут Иван Русских, и мы поговорим с вами сегодня о том, как повысить схожесть семян зонтичных растений. Зонтичные растения очень широко используются в огородничестве. К зонтичным растениям относятся такие известные растения, как, например, морковь, петрушка, также сюда же относятся сельдерей, укроп, кервель, пастернак и другие, менее распространенные растения. Но обязательно семейство зонтичных присутствует, у каждого огородника. Уже что-что, а укроп всегда на каждом огороде найдется. И многие сталкиваются с проблемой, что семена, особенно свежие, убранные в предыдущий год перед посевом, плохо всходят. Как же повысить схожесть этих семян и что делать? В первую очередь хочу обратить ваше внимание вот на что. Ведь очень часто так бывает. Посеяли в грядочку укроп, а он почти не взошел или всходит очень плохо. А вот тот, который посеялся самосевом, который из зонтиков с прошлого года набросался по всему огороду, бушует, и особенно там, где ему в этом году не отводилось места. В чем же дело? Какая проблема? Дело в том, что семена зонтичных, как правило, содержат очень большое количество эфирных масел. И вот эти самые эфирные масла препятствуют схожести семян первый год после урожая. Поэтому зачастую для того, чтобы зонтичные хорошо росли, рекомендуют семена оставить на один, а то и на два года храниться, а сеять семенами 2-3-летней давности. Это позволяет испариться эфирным маслам и позволяет хорошо взойти семена. Либо второй способ есть, это посеять такие семена под зиму. Ведь этот прием тоже достаточно распространен. И когда вы высеваете семена под зиму, в течение зимы с помощью климатических каких-то изменений, дождь идет, мороз, снег и так далее, эти эфирные масла постепенно из семян вымываются, испаряются, и семена хорошо всходят. Но есть и третий способ. Если вы вдруг не посеяли семена под зиму, а семена у вас есть, например, своего сбора, или вы не уверены, какого урожая семена вы купили в пакетиках, есть достаточно простой способ повысить схожесть таких семян. Известен способ замачивания в простой воде. Вот у меня сделаны такие холщовые мешочки, небольшие, и приготовлена вода и несколько растворов, в которых я буду замачивать семена. Как правило, в воде замачиваются семена зонтичных растений в течение суток. При этом рекомендуется, чтобы еще и промывался эти семена. То есть воду вылить, опять налить, опять вылить, опять налить, потому что раствор насыщается эфирными маслами, и их экстракция семян происходит уже не так хорошо. Но я вам предлагаю испытать, и потом по результатам этого испытания порекомендую вам наиболее оптимальный способ. Итак, мы будем испытывать обыкновенную воду, которую традиционно используют для промывания семян зонтичных растений в течение 24 часов. Также я буду использовать водку, то есть 40% раствор спирта, также в течение суток. Кроме того, я буду использовать чистый спирт в течение 2 часов, потому что все-таки замочить семена в чистом спирте на целые сутки достаточно рискованно. И также я буду использовать такой растворитель наподобие бензина, white spirit, который очень хорошо экстрагирует всякие жиросодержащие вещества. И буду держать там эти семена в течение 30 минут. После того, как я все эти семена выдержу в соответствующих растворах, я их высею на чашечке Петри, и в следующий раз мы с вами встретимся для того, чтобы увидеть результаты этого эксперимента. Итак, прошло 2 недели с тех пор, как мы начали наш эксперимент. Вообще укроп является туго всхожим растением. По стандарту всходы появляются нормальные, и учеты делаются в схожести на 21 день от посева семян. Но уже через 2 недели, через 14 дней, результаты, которые я вижу на чашках Петри, являются очевидными. Ну что ж, в присутствии просто воды без всякой предварительной обработки семян я получил довольно удовлетворительные результаты. Хотя нельзя сказать, что они меня в общем удовлетворят, если они будут такими у меня на грядке. Где-то половина семян зашло и дала хорошие всходы. Что касается водки и спирта, вы знаете, все семена просто умерли. Ни одного всхода у меня на чашке не получилось. И, откровенно говоря, на 3-й день от начала культивирования семян на чашках был такой зверски неприятный запах. В общем, они оказались совершенно мертвыми.
А самый лучший вариант получился после выдерживания семян предварительно в обыкновенной воде в течение суток. Вот здесь практически все семена наклюнулись и дали очень хорошие, очень красивые, очень здоровые всходы. Что касается растворителя white спирита, то здесь тоже появились довольно хорошие всходы, хотя в меньшем количестве, чем на варианте с вымачиванием в воде, но все-таки больше, чем в варианте без обработки семян. Значит, что это означает? Это означает следующее, что если вы хотите повысить всхожесть и увеличить скорость всхожести семян зонтичных растений моркови, петрушки, сельдерея и, конечно же, укропа, то в этом случае вам необходимо за сутки примерно положить ваши семена в воду и подержать их там с периодической сменой воды. Но здесь есть один нюанс. Если вы в течение суток продержали семена в воде, то вам их уже надо и посеять, потому что набухшие семена храниться больше уже не будут. Максимум, что вы можете сделать, это немножко их подсушить, чтобы вернуть их сыпучесть. Если же вы хотите заранее приготовить семена, то тогда положите их на полчасика в растворитель, я использовал white spirit, подержите их там, выньте оттуда, и затем подсушите, чтобы white spirit испарился, потому что на самом деле, если непосредственно положить даже на чашку, то white spirit довольно прилично подванивает. Хотя вот семена это не убило, и проростки оказались достаточно качественными. После такой обработки вы можете еще хранить эти семена до посева столько, сколько вам необходимо, в силу того, что они не набухшие, воды они не набрали. Но самым лучшим вариантом было выдерживание в обыкновенной воде с промыванием. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, эти советы помогут вам получить хорошие урожаи зонтичных растений. А я призываю вас, чтобы не упустить ничего интересного на нашем канале, подписывайтесь на наш канал, нажимайте такую красную кнопку под этим видео, также нажимайте на колокольчик где-то здесь. С вами был я, Иван Русских, и надеюсь встретить вас в следующий раз. Всего хорошего! Thank you.